Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня будет трешечковый обзорчик показывал героев, которых я качнул, и решил сегодня вам сделать обзор на очень лютого героя. Это Дрейк. Старенький герой, вроде ничего особенного, но глядя на такие статы, он будет выдавать сейчас просто меговый урон. Максимальная сборка 12-12, 9-9, панчбокс, грубая сила, победный выпад. То есть тут максимум собранный, что можно собрать на атаку уже. По снаряге, там, я не знаю, только крит урон, ну смысла в этом, я думаю, нет. Мы все равно больше, чем мы увидим, мы все равно больше нам не надо. В общем, такая вот сборка у нас. Поехали, давайте начнем сразу же с рейда. Конечно, вражеские смотрители тут сейчас будут, наверное, шатать нас. Мы сейчас просто попробуем обезвредить его, если получится. Так, смотра нет, отлично. В чем плюсы и минусы Дрейка? Плюсы: станет обалденно, бомбочки кидают, все дела. Минуса: вот видите, энергию быстро забирают, надо отхил. То есть стрелок в данном случае нас вроде как бы и мешает, но посмотрите, тут вы, конечно, не увидите. Сейчас мы пойдем на подземки, увидите, что там будет он вытворять. Старенький герой, но на PvP локациях его можно использовать, а в такой сборке он тут максимальный урон выдает. Посмотрите, держится еще против стрелка, там стрелок немножко подкачанный, уже 21% выбил. Но тут у нас юниты есть. Не было бы юнитов, я думаю, мы больше. Но, конечно, Фрейя, наверное, если мы зарядим Фрейю, она его ушатает в такой сборке, потому что тут уменьшенный дав. Ну, сейчас давайте попробуем найти. Вот, отлично, раз-то без юнитов. Давайте запустим Ануба. Пусть смотритель радиоактивирует. Кидаем. Бум. Посмотрите, как он наваливает. Супер. Где его использовать? Это PvP локация на стане, забытая тоже для стана. Также на добивание, на таких вот подобных растах. Посмотрите, мясанул. Посмотрите на урон, как он выносит героев. Ну тут Фрейя сейчас нас просто долбанет. Просто обалдеть. 45%, 3 залпа. Что еще надо? То есть на добивание он будет очень крутой. Мы по-любому его протестируем на битве гильдии. Там, возможно, малыша Ника качнем. Пишите в комментах. Многие хотели, чтобы Ника я качнул, показал, что он делает. Дойдем мы до этого, думаю. Так. Анубис, настало твое время. Слей, пожалуйста. Юнитов. Анубис юнитов слил. Теперь слейся сам. Жесть, они не могут Анубиса убить. Да убейте уже его, ну. Нереальный Анубис у меня там получился. Так, ну что, смотрим. Опять, видите, молчанка приходит, и Фрейя добивает, плюс недомогание. Печально. Здесь реально не протестишь. Поехали дальше. Самое будет, думаю, интересное на подземках. Это мы оставим напоследок. Давайте начнем с экспедиции. Ну, тут будет сейчас интересно им набивать. Конечно, тут слабенькие изначально. Но Фрейя, опять же, может ушатать. Так, 55, пару залпов и пройдено. Ну, 500, полмиллиона он выдает без крита. Эй, ну дайте ему ударить хоть что ли. Просто жесть, что он делает.
не знаю, какой там урон на заборе. Тут даже не видим. Видите, здание уносит просто стычки. То есть у него урона хватает. Я надеюсь, мы сейчас увидим кого-то прокачанного более-менее под конец. Ну, тут выносится 2. То есть 3 залпа и все. 50% у вас уже набрано. Можно поставить ему выживание, он тоже будет очень круто смотреться. Так, ну это командор, это немножко не то, что я хотел. Смотрим. Ну и тут героя вон просто уносит. Единственное, Фрея. 100%. 4 залпа там или 5, все. База пройдена. Допустим, он и командора, я думаю, тут без проблем пройдутся некоторые эти. Так, это уже интересней. Ну тут я не знаю, тут юниты сейчас нам будут мешать. Ну хоть даже так. Анджибокс, конечно, их там шатает. Сейчас мы дойдем до Фреи. И Анубис процентуально 400 выносит. Дофигище, давайте другого противника посмотрим. Ну, то есть юниты, надо их Анубисом сливать, потом только этого пускать. Так, это ни о чем расстановка для нас. Один залп. Не дает стрелок зарядиться. Хоть он первой эволюции, но просто не дает включиться ему. И малышник поможет. Если выживет, конечно же. Хотя все возможно. Посмотрите, что они делают. Обалдеть. Чуть не слили. Вот вам, ребятушки, и герой на 30-м прорыве. Давайте командуру и Дрейка выпустим ради интереса. Тут без вариантов, я думаю. Единственное, знаете, командора бьет уже рандомно. О, отлично. Может, тут зайдет. Ну, 395-400. То есть где-то примерно такой у него получается урон. Было бы неплохо, чтобы он сейчас в хрона пульнул. Это не крит. Кстати, очень странно, криты не идут. Наваливает, он реально круто. Так, опять стрелок. Наверное, надо командуру поставить еще. Вот таким вот образом надо разбираться с героями. Блин, раньше там мучились минотавры всякие. Так, отлично, Фрея. Ну, тут сейчас просто затестим уже. Вот сразу смотрите, тык-тык и все. Герой ушел в инвиз. Попробуем командору. У Фрея, конечно, долбит жестко. А вот командора у меня с выживанием, вот такого точно самого Дрейка можно сделать. И получается, вот когда летят миссы, точнее нули идут, он же что же будет кидать? Бомбочки, в принципе, сносить. Ладно.
Поехали дальше. Посмотрим. Ну, о, нифига себе. Нифига себе. Посмотрите, как он дамажит. Так, ну тут понятно. Тут нас сольют. Давайте против этого. Ну, седну он вынес. Смотрите, сейчас второй залп, если будет. Он реально Анубиса снес. Тут герой, я тоже смотрю, не очень прокачанный. Что хотите от старого героя на максималке? Это чисто, знаете, такой трэш. Но урон у него довольно-таки приличный. А я его сольют. Ладно, идем сюда и потом пойдем на подземке, на самый сок. Ну чё, как вам? Ну, Огник, понятно, 20-й прорыв тут. Из вариантов единственное, такого Дрейка с Огненкой можно ставить на против Огника. Я показывал Дрейка с Огненкой. Реально он хорош. Вот так, в принципе, я вам скажу, мне нравится. Нифига себе, посмотрите на моих нубов. Они просто тупо ушатали 20-й прорыв. А, тут и, блин. Говорю, посмотрите, я что-то думал, что я на китайке. Посмотрите на моих нубов, они ушатали 20-е прорывы, конечно. Так, что это там такое у нас? Рэй или что было, непонятно. Что-то так долго держалось. Так, надо будет как-то собрать героев все-таки. Потестить по максимуму. О, вот оно что. Это у меня еще старое, я вообще здесь не ходил. Вот теперь у нас будет трэш. Думаю, что это такое было. Ну, неплохо. Представьте, он, допустим, плюс хранитель, плюс там еще некоторые, то есть он будет дамажить нормально на бафе здесь, он реально вынесет. Плюс седну еще можно поставить. Я думаю, там урона будет хватать, чтобы вынести даже двадцатку. Если нормально его набафать. Тут понятно. Надо будет его потестить, сейчас пойдем посмотрим, или есть еще в этом. Лабиринт открыт, посмотрим там на него. Так, смотрим против. Надо было, конечно, его немножко назад отодвинуть. Смотрителя ушатали. Без вариантов. Либо отражалка была на ком-то. Возможно, скорее всего, отражалка. Давайте еще раз попробуем. Ой, хорошая пачка. Без вариантов. Автопрокеры. Мы с пактами, нас просто тупо унизили.
легко говоря. Две Махатмы на поле боя. Чья мохнатка круче? Конечно же, моя. Ну, такое, честно скажу, не особо меня как-то радует. Давайте посмотрим на лабиринт. Отлично. Это уже интересней. Ну, я не знаю, тут мы вряд ли сейчас найдем топовые пачки. Ну, хотя бы увидите, как он выносит всех. Хотя малышник остался жив. Как-то тоже странно. Так вот. А, там, наверное, на нем ожива было. Скорее всего. Ну вот здесь для этой локации он реально очень крут. Особенно для стана первого. Посмотрите, урон просто раз и стычки выносит. Можно просто одним таким бегать здесь. Первый этаж, правда. Просто шустко. Отлично, противник. Так, смотрим. Ну, там Фрейя. Посмотрите, как он их вынес. Офигеть. Круто. Однозначно круто. Давайте еще разок. Смотрим внимательно. Посмотрите. Вообще супер. А давайте теперь попробуем другую сборку. Просто поставим сюда ради интереса. Не грубую силу. Просто выживание. Вот его сразу несли, а там его заморозят все равно. Без варианта, конечно. Один в поле не воин. Мы реально можем еще прикольнуться, поставить кое-что другое к нему. Поставить сюда хрона. Ну, с хроном повеселее получилось. Но опять же, против пачки, это знаете, это так. Там одна Фрейя один на один их повыносит. Ладно. Поехали на самое интересное. Сейчас мы только его опять переоденем. Можно не обязательно грубую силу ставить, можно поставить что-то, ну, как бы грубая сила дает больше крит, ну как видите, ну она и атаку дает, но крит не особо его идет, как ни странно, хотя он на крит заточен тоже. Самое интересное у нас сейчас будет здесь, вот в центре. Смотрим, что у нас тут получится. Интересно, какой дамаг. 7 миллионов критом, ребят.
И это 10 таких, или сколько там их, я не помню уже, или 9 получается. И посмотрите, как он сейчас будет центр разбирать. 9 лямов. Офигеть. Сейчас интересно будет посмотреть на этом, на большом драконе. Обалдеть. 6-3. 6 панчбокс, только один. Ну, понятно, тут забили. Ну, вот, то есть так, чтобы вы понимали, что реально у него дамага там немерено просто. Просто какой-то, ну, просто... Просто жесть, скажем так. Да, он уже не тот, он уже не настолько котируется, но, блин, смотрится он все равно круто. Восемь лямов, одна бомбочка. Что еще надо, скажите? Это как череп, который я вам показывал, и то череп меньше бьет. Череп там, конечно, по-другому чуть-чуть собран, но все равно. Сразу посмотрите, сколько целей. Просто жесть. Ну давай, Дрейк. Дракона надо шатануть. Два ляма. Короче, вот так вот. В принципе, все. Я вам так в основном показал его, что он может. Старенький герой, но использовать его еще все-таки можно. То есть не все так плохо, не все потеряно для этого героя. Понятно, что смотритель, видите, плюс Фрея. Но, блин, убрал. Каких 20-х прорывов? Шатанул. Ну, вот смотрите. Стрелок и Космо просто улетели. Блин, по привычке. А здесь еще нет, говорю, по привычке. Здесь надо еще щелкать. Короче, вот как-то так, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну, как по мне, это реально... Реально, еще-таки, все-таки востребованный герой. Все. Всем удачи, всем пока.